ЦИК Якутии внес предложение в парламент республики об исключении голосования против всех кандидатов. Как считают в Центризбиркоме, норма, закрепленная республиканским законом 2 года назад, на муниципальном уровне не повлияла, как того ожидали, на активность избирателей на выборах. Поэтому иногда приходится проводить довыборы. Если парламент примет этот закон, то эта проблема решится, считают в Центризбиркоме. На явку это не влияет. Как раз там, где у нас выборы не состоялись по причине голосования против всех, явка-то и была низкая. И вообще активность в тех районах, где голосуют против всех, она довольно низкая. После, наверное, таких процессов сегодня осталось только лишь 2 субъекта в Российской Федерации, где идет голосование против всех. Ну и во время наших выездов в командировки в большинстве своем люди высказываются за то, чтобы не было графы против всех. Мы считаем, что на данный момент времени графа против всех нецелесообразно.